Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1012. События дня. 2 Тимофея 2:11-13. Верно слово, если мы с ним умерли, то с ним и оживем. Если терпим, то с ним и царствовать будем. Если отречемся, и он отречется от нас. Если мы неверны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Это объявление. Просто считайте. В нашей Барнаульской крестовоздвиженской общине в возрасте 42 лет умерла дробот Анастасия Валерьевна. Остались четверо детей. Енафа, 23 февраля 2001 года рождения. Иван, 21 мая 2002. Ефросиня, 29 октября 2003. Нестор, 14 марта 2006. Муж, глухонемой Андрей. Ну и тут три ролика. Отпевание проводы в последний земной путь Анастасии Дробот, сестры нашей. 25 июля 2018 года. И поминки об Анастасии Дробот. Есть у людей желание помощь оказывать. То есть не разовые даже. Ну и разовые, как у... Просят адрес. Вот ответ. Галина Загуляева. Помощь можете направить на карту Сбербанка, привязанную к номеру телефона 7906-96-86-306. Галина Александровна Загуляева, это моя карта, это она пишет. Община доверила мне собирать и хранить эти средства. Расходуются средства на те или иные нужды детей. По благословению батюшки отца Якима Лапкина, по совету Лапкина Игнатия Тихоновича и нашего врача Яковлева Виктора Андреевича. Для других, кто будет спрашивать номер карты, Сбербанк 4276-0209. 4465-7334. Объявление. Ну, речь идет о воскресном дне. То утром в церковь, в храм помолились. Объявлены были занятия на час раньше, потому что темно уже. Раньше начинается темнеть. Ну, так вот. Так что вечерняя служба будет начинаться не с 5, а с 4. А занятия не в час дня, а с 12. Ну, занятия прошли, то хорошо. Батюшка объявил, что в 3 часа будут на кладбище. 7 лет, как погиб один юноша 15 лет, Иосиф. И помолиться. А там родственники наши, моя мама, бабушка по матери. Отец, правда, уехали в Киргизию. Там остался, умер. Там похоронен. Ну, там дочь живет и родственники свои. Вот так. Ну, и это тоже побыли, помолились. Занятия тоже хорошо прошли. И мне известие пришло, что купили новую сим-карту. И должны были переправить сюда. Переправили. Вот сестра Людмила все, что нужно, эту оформила. Там, я не знаю, какие названия, работая с ней. И принесла. И вот тут у меня сразу пошла работа. Я сразу решил выставить в день. 2 захода. Ночью встал сейчас. Ночью. Вот сейчас уже должен позвонить Игнатов Сергей Егорович с Украины. Тут он, там Володи нет, он один в доме. Сейчас к нему пойду. 4:40 еще нету. Ну вот сейчас вот-вот должен позвонить. Как бы разбудить меня. Но у меня тут раз заработал интернет, то все. Всех благодарю, кто сочувствовал, кто искал, кто советы давал. Ну все хорошо. Хорошо. Такие простые вопросы не очень-то было решить. А это очень трудно. Не включался ни один ресурс. А потом некоторые включаются, другие не включаются. Ой-ой-ой. И все, я знаю, люди пишут, ждут там в этом, в скайпе. И сильно помог здесь Сергей Егорович. Говорит, я тоже, говорит, работаю на компьютере, там по работе, он работает адвокатом в Угледаре, город Донецка. Ну, так вот тоже, все одно к одному, одного нету, другое есть.
Просмотрел все ролики, все комментарии посмотрел. Ну, по-прежнему матерятся, ругаются секты, сектанты, матерки там на все буквы. Ну, я что могу сказать? Притом ничего по правде-то нету. Нету. Зависть. Дикая, зеленая, заплесневая зависть. Ну, что? Молиться только о них. Я просил молиться об одном человеке, Максиме, который сильно против настроенный до разрушения нашего музея. Но пока ничего нет. Господь нас хранит, Матерь Божия покрывает амофором, как мы благодарим Бога, так и есть ангел-хранитель с мечом стоит. А его, чтобы Господь нашел, обратил на путь Евангелия, чтобы душа его не погибла. А это все временно. Есть выражение такое, наплевать да забыть. То есть худо, тьфу-тьфу, говорят. Ну вот, теперь можем показать наши ресурсы. Ходили на кладбище, Сергей Егорович взял шарика. И кто-то приходил, он там привязанный. И на Любу не лаял, а на остальных на всех облаял. И мы молимся там, а знаем, кто-то идет еще в лесу. И вот наши ресурсы вот, показать. Я люблю особенно мой мир. Вот. Вот начинает надежда тут. Мой мир. Mail.ru. Очень хороший ресурс. Ну, второе, это наш прекрасный большой форум. 1600 тем. Вот он как выглядит. Просто православный форум Игнатия Лапкина. Ну и вот наш видеоканал. Ну, теперь что сказать-то, пока тут ничего тут нет. Нет, уже есть. Даже последние 10 просмотров. Нет просмотров. А вчера вечером я тут выставил. Вот Виталий 211. Вот 211 у нас, это уже цифра. И мой мир, православный библейский сайт. Вот кто знает, как 4624 ответа, вот 55 папок вот справа здесь. Как их скачать, человеку дать? Кто знает, так подскажите. Как каждую открывать по отдельности, это не знаю, как открыть. Ну, вот так. Вот конкурс проводится, библейский сайт, и я должен дать комментарии на всех, кто выходит, а я их никак не найду. Ну, явно дело, что нас скинут с пути. Думаю так. Да благословит Господь. Вот. Что здесь? О, это на этом. Это. Что-то обман какой-то тут, наверное. Я боюсь так этого. На остальном ничего у нас такого нет. Сегодня уже понедельник. Богу нашему слава.